Угу, никого. Я вот плохо сплю, потому что меня постоянно мучает совесть. Я никогда в жизни столько не врал. Хотя я стараюсь не врать, я стараюсь просто выплыть из этой реки вранья с минимальными потерями для своей кармы. Господи, помилуй. Серафим! О, привет! Привет! Иди сюда. Жив, здоров. Воскрес. Слушай, мне не спалось вообще никак. Ну, мне просто тоже. Я уже покаялся во всех своих грехах. Сложнее всего мне общаться, наверное, с Серафимом, потому что он очень светлый человек. Я бы хотел, чтобы, когда меня раскроют, если меня раскроют, чтобы Серафима уже не было на проекте. А ты садись в середину, а мы апостолы сядем. О, кстати, да, хорошая идея. В Евангелии есть момент, все мы помним, Тайной вечеря. Сидит Христос, рядом с ним его 12 учеников. Один из них предатель. Христос знает, кто этот предатель. И все равно с ним преломляет хлеб. Любить все равно нужно. Даже если ты знаешь, что человек тебя предаст и уже предает. Что это за медаль? Не знаю. Привет. Ну что, кто здесь победитель с иммунитетом? Я вообще пришла в отличнейшем настроении, потому что у меня иммунитет. Мне было пофигу вообще на все. А когда ты узнала? Только что. Да? Мне только что его дали. Ты круто. Ну ладно, я вру, я узнала не только что. Я всю ночь спокойно спала, ребят. О, Юль, садись туда, я к тебе пойду. Да, я тебя обнимашку сделаю с тобой. Давай. Скажи честно, у тебя был секс сегодня? Почему ты такой счастливый? Так, у него был секс и походу. Почему ты всех нас любишь? Наташа. Потому нет, что у тебя ребят, медаль. Объясните мне, пожалуйста. Общеп. Когда у меня плохое настроение, не нравится. Когда у меня хорошее настроение, не нравится. Подозрительно. Какой правильный ответ? Мертвый. Ты овца вообще. Да ладно. Ага! Ну, странно было бы, да, если бы наследники убили наследника. Ну, да не наследники. А, как самозванцы. Я был уверен, что тебя выгонят. Не могу сказать, что некоторых рад видеть, а задеть... Но в целом... Кого ты не рад видеть? Одну, значит, семикратную олимпийскую чемпионку. Потом, значит, один двухметровый неприятыш, да, есть еще такой волосатый. Кто это? Да. Как настроение? Класс. Подождите, а у нас все или кого-то... Ханги да, и не будет. Елену Хангу. А минус Ханга? Кокнули. Да. Уважаемый наследник, сегодня вы покинете мою игру. Ну, если честно, меня это не очень удивляет. Я даже предполагала, что это будет, потому что я действительно вставной зуб. Я, например, считаю, что играть надо честно и благородно. Для Давы, и для Олега, и для тех, которые их поддерживают, этих правил нет. Для них есть главная победа. И если ребята следуют этим правилам только в игре, ну, там... Ладно, но меня пугает, что этим правилом, этим лозунгом ребята руководствуются и в жизни. Вот это было бы для меня очень неприятно. Давайте подумаем. Вчера Олег подметил, говорит, ребята, смотрите, сколько присоединилось к нам людей. Из присоединившихся была Вика. Второй человек, который к нам присоединился не с того ни с сего, был Макс. Для меня это был вопросительный вообще, типа, ход. Я, типа, хотел голосовать так, как вы, и открыто это сказал. Потому что я верил после... первого голосования после Стоуна, я хотел быть с вами. Я сказал, у меня есть Кадони и у меня есть Александр. И я сидел и считал напротив каждого имени, ставил голоса, кто за кого. И почему не проголосовал за Кадони? Потому что Елена и кто-то там уже сказала Игорь. Я понял, что уже нет шансов у Александра и проголосовал за Александра. Вот и все. Это математика. Я еще раз сказал, мое голосование – это чистая математика. Я это произнес так вслух. Если у него нет шансов, зачем тогда поэтому давать? Поэтому можешь тебе подозревать. Но у меня, по-моему, все как белый лист. Максим прямо разошелся, и в какой-то момент я испугался. Я испугался за Максима, потому что ну, следующий шаг – это обвинение Максима в том, что он излишне эмоционален, поэтому он самозванец. Макс занервничал, мне кажется, сейчас как-то прямо. Да, как-то ты тяжелую речь сказал. Он никогда так громко не разговаривал. Если ты меня как бы плохо знаешь, это не значит, что громко... Друган, если я тебя и плохо знаю, тебя обвиняют... это значит, что ты меня плохо знаешь. Конечно. Я не спорю, ты прям такие эти говоришь. Какие? Философские мудрости, я в шоке просто. Думаю, что это просто Максим такой человек. Вот он такой человек, у которого тонкая кожа.